Так, ну вот, я обгрыз со всех сторон, не со всех сторон, а сделал такие, как бы проел так. Сейчас вот постараюсь по этой средней долбануть. Ой, как неудобно, еще планшетником снимаю. Вот такая вот фигня получается. Хотел дернуть за торчащую арматуру сюда. Мне очень хочется, чтобы все это валилось все-таки сюда, за исключением, конечно, крыши. И очень хочется, чтобы сразу вся крыша рухнула. Точнее, вот эта вот ее часть. Первый ряд вот этот вот, до ферм металлических. И вот я думаю, что эту дернуть сюда, и все остальное повалится. Но вот я дергал за арматуру, точнее, за ту вот там третью, за ножницами. Что-то нифига не двигается. Но сейчас я вот пошевелил, уже совсем. Хочется его вот именно вот сюда. Сейчас откроем пошире, грызану, и надо как-то постараться так, стоп, так, сейчас надо поворотом. Дело в том, что на экскаваторе поворотный гидромотор очень-очень какой-то слабый. Вот я сейчас... Я не знаю, достаточно ли будет именно вот. Да, это очень опасно. Груд на себя уже не тянется. Уже стало. Хочется все это зафиксировать. И некому даже доверить. Ну вот я так и знал, что этот самый из-за этого, если одну, вот среднюю, одну или две свалить, то нифига не рухнет. Потому что, видимо, эти плиты, которые потолочные, кровельные, они друг за друга хватаются. Сейчас я на паузу перееду немножко и вот эту вот дерну. Я думаю, что тогда уже должно рухнуть все. Ну вот, совсем вроде бы обгрыз. Ой-ой-ой. Надо сюда его. Ага. Вот осталось. Я уж и не знаю. Так, надо, наверное, его повернуть вот так вот. Сейчас. Этот уже пыли очень много. Вот, можно было бы, конечно, и поближе подъехать. Но я думаю, что это уже дело близится к выходу. Вот вам, пожалуйста. Фу, ядрить твою мать, блин. Так. Ну вот, пыль рассеялась. Вот осталось что. Там еще после того завала оставалось две плиты. Я их обрушил. Было три таких зуба. Ну вот осталось 2,5. Сейчас их я специально их не обрушил, чтобы посмотреть. Красиво смотрится. Как эти красноярские столбы. Вон он, бассейн уже. Все, можно нырять прямо из кабины. Ну, еще нет, еще немножко поближе подгрызу. Здесь под ним еще, здесь сразу же вот под этими остатками, здесь сразу подвал еще идет, который идет вокруг бассейна. Вот это же я говорил, что там, видимо, чтобы осматривать бассейн. Вот такая вот фигня у нас остается. И так дальше пойдем. Там уже металл посерьезнее пойдет. Будем оттаскивать. Сейчас, наверное, дорушу здесь сколько можно. Завтра, может быть, уже конец рабочего дня. Завтра, может быть, поменяю ножницы на ковш. Надо отгребать отсюда все. А то я сам себя здесь засыплю.
Ну вот такие пироги изнутри не будут. А хотя нет, почему? Можно еще и изнутри клацнуть. Сейчас. Вот сбоку, это еще снаружи. И вот этот вот подвал, что там двери внизу, он идет вокруг всего бассейна. Вот так вот приблизительно это выглядит. Красота. Конечно, валится дофига сюда, вовнутрь. Но я думаю, я эти плиты сейчас повытаскиваю. Тут не столько плиты, сколько здесь арматура эта. Ну вот. Бассейн открыл рот. Рухнула одна часть. Все, спасибо. На сегодня, наверное, хватит. Ладно, думаю. Последний дубль. Дубль номер 8. Хотя сказал, что все, на сегодня хватит. Вот. Добил здесь эту стенку, ту начал. Только смотрю, здесь столбы такие вертикальные. Не знаю, они до дна до самого идут или все-таки наращиваемые. Фиг его знает. Так уже наломался, насносился. Наковырялся, что это уже сам процесс как-то дошел до автоматизма. Вот. Здесь сейчас стою. Здесь подвал еще есть. Вот он идет по кругу, по квадрату, по периметру. Один. Второй ряд. Вот там вот подвал за пределами фундамента этого. Второй между этими столбами и бассейном, блин, такой коридорчик узенький. Короче, это все полетит легко и просто, легко и непринужденно. Вот, можно было бы еще изнутри так слегонца. Эх, нырнуть бы сейчас. Когда-то, да, когда-то людишки купались, сюда ходили. Все. На сегодня уже точно все.